На прошедшей неделе внимание многих работающих с подростками и молодежью было приковано к хутору Трудовеликовскому Красноармейского района. Почему, узнаете в репортаже моих коллег. Сотрудничество советских организаций с православной церковью приносят богатые творческие и воспитательные плоды. Это отметили участники Андреевского православного молодежного форума, прошедшего в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Я очень удовлетворен прошедшим уже началом этого форума, потому что он носит тезисный характер. Мы определяем только так протокол о намерениях. Мы думаем о том, какая перспектива. Но хотелось бы в перспективе, чтобы у нас была создана какая-то, может быть, консолидация. Лидирующая форма всех желающих принять участие в этой работе. Форум смело можно назвать межрайонным, так как опытом работы делились казачьи общества, отделы по делам молодежи, а также приходские объединения разных районов Кубани. Очень интересно было это обмен опытом разных других молодежных организаций, где каждый выступал и говорил, какая ведется у них работа и какая работа у них будет вестись в дальнейшем. Интересный опыт отмечен в работе Славянского района, Темрюкского, города Анапы. Но самая богатая творческая копилка оказалась в Красноармейском районе, где приход Михаила Архангельского храма и администрация сельского поселения объединили усилия по патриотическому воспитанию. Многочисленные фестивали, походы, автопробеги, паломнические поездки для детей, подростков и молодежи проводятся совместно. Очень большое значение имеет связь от церковной работы и светской, особенно когда речь идет о работе с молодежью. Молодые люди – это тот будущий костяк нашего общества, который нужно, как говорится, ковать еще с молоду, да? Также участникам форума были предложены литературная гостиная, творческие встречи с мастерами прикладного искусства, работы которых украсили подготовленную выставку. Андреевский форум проходил в течение 2 дней. После разговора на основной площадке обмена опытом состоялся круглый стол, принявший итоговый документ, суть которого проста. Из заинтересованных лиц создана группа, которая уже обговаривает возможные совместные мероприятия. Надежда Калинина, Александра Тимовская, программа «События».